Со времени показа первого анимационного фильма прошло более 100 лет. За это время анимация стала признанным жанром киноискусства и прочно вошла в жизнь и воображение современного человека. Мультфильмы, компьютерные игры и городские граффити – вот та среда, в которую мы все сегодня погружены. Однако по-прежнему многие считают анимацию детским жанром. Почему это так и как видят своих зрителей и героев сами ее создатели? И, пожалуй, самое важное – кто является главным героем белорусской и литовской анимации? Об этом мы решили поговорить с белорусскими и литовскими профессионалами, которые собрались на творческой встрече в Вильнюсе, посвященной столетию премьеры первого кукольного мультфильма.